Один мне пишет: вы представляете, я меняю фонарики батарейки, америкос смотрит и говорит: ты что, знаешь, где плюс-минус у батарейки? Наш пришел покупать симку к американскому, ну, менеджеру. Там реальный америкос стоит. А ему симка для айфона нужна. Вы знаете, что для айфона симка больше размеров. Он говорит: мне симка для айфона. Кстати, сколько, спрашивает, америкоса стоит симка для айфона? Тот говорит: $40. Дорого. А для простого телефона? Тот говорит: тебе не подойдет, у тебя айфон? Он говорит: айфон, не подойдет. Я тебя не спрашиваю, подойдет или нет. Ты мне скажи, сколько стоит? Он говорит: 15. Дай мне за 15. Он говорит: тебе не подойдет. Он говорит: я тебе еще раз говорю, я тебя не спрашиваю. Дай за 15. Тот дал и смотрит, что будет. Наш. Спрашивает: у тебя ножницы есть? На его глазах, у американца, он потерял мировоззрение в этот момент. Когда наш обрезал симку ножницами, вставил, айфон работает.